Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. Я уже 7 лет с 2013 года участвую в проекте Whole World. В этом видео мы рассмотрим, какие нюансы вас ждут и на что нужно обратить внимание при регистрации в проекте «Всем миром». Под моим видео будет ссылочка на регистрацию. Вы по ней переходите, выбираете язык, который вам удобен. Ну, в данном случае, в моем случае, это русский язык. Перед тем, как зарегистрироваться, обязательно ознакомьтесь, как работает проект «Всем миром». Для этого есть несколько презентаций, которые проводил директор проекта Александр Комиссаров. Я проводила. Все это есть на моем канале. И вот эти две презентации обязательно посмотрите. Это про эстафету, про линейный маркетинг. Но есть еще у нас благотворительный марафон. Речь сегодня не об этом. То есть первый шаг – это знакомство с проектом. Как здесь зарегистрироваться? Перешли по моей реферальной ссылке. Нажимаем после выбора языка кнопку «Регистрация». Обязательно проверяйте, когда вы переходите по моей реферальной ссылке. Внизу написано «Вас пригласил Ирина Агапова». Это очень важно, потому что если вы попадаете не под меня, если вы не в моей структуре, то, извините, я работаю только со своей командой. Я могу, конечно, отвечать на вопросы, которые мне задают люди из чужих структур, но плотненько работать и тратить свое время я буду и трачу только со своей командой. Поэтому вот такой нюанс. Проверяйте, пожалуйста, спонсора. Зарегистрироваться вы можете как через социальные сети, в них нужно авторизоваться, либо по e-mail. Но сейчас я придумаю вымышленный e-mail. Советую почту mail не использовать. Gmail, Яндекс, Рамблер и так далее. Галочку ставим и зарегистрироваться. Здесь вы пишете свое имя, указываете истинные данные. Вот это еще один нюанс, потому что имя и фамилию вы не сможете уже изменить после завершения регистрации. Если вы напишете Вася Пупкин или еще что-нибудь другое, а потом, например, захотите, к примеру, какие-нибудь бонусные деньги за топ или еще какие-нибудь бонусные деньги вывести, для этого вам надо будет пройти верификацию, и если ваши данные в кабинете не будут совпадать с данными у вас в паспорте, то вы деньги вывести не сможете, поэтому указывайте истинные данные. Если вдруг вы указали неверные данные, изменить можно через службу поддержки, но платно. Поэтому указывайте истинные данные на английском языке. Даже если вы будете русские буквы писать, например, Иван. Вот, видите, вас все равно будет на английские буквы перекидывать, потому что наш проект международный. Здесь вы пишете свою фамилию, телефон, логин скайпа, выбираете пол мужской, женский, придумываете пароль. Проверяете наставника, галочка здесь по умолчанию стоит, и нажимаете «Продолжить». Ждите следующее видео по активации аккаунта. Всем пока!